Домашнее хозяйство и воспитание детей – не только женский удел. И наука – это, разумеется, не исключительно мужское занятие. Пункт назначения равенства – новый документальный фильм, созданный по инициативе Кадисской областной администрации для преодоления гендерных стереотипов. La mujer se ha involucrado y está integrada en nuestra vida laboral, pero el hombre no lo ha hecho en el plano de familia y de sentimiento, de afectividad, de cuidado. Фильм предназначен ученикам средней школы провинции Кадис. Существует также учебное пособие, на основе которого ребята смогут поразмышлять вместе с учителями о необходимости разделения домашних обязанностей. Mi pareja y yo compartimos de manera igualitaria el cuidado de nuestros hijos. Областная администрация организует в эти дни многочисленные мероприятия, выставки, спектакли, конференции в рамках плана действий ЕС по гендерному равенству. Кто сказал, что женщина не может быть животноводом? Que todos podamos hacer lo que queramos, que no por el hecho de ser hombre o mujer esté preconcebido lo que yo tengo que estudiar o el ámbito laboral que yo tengo que hacer. Me niego a eso, y eso hay que luchar siempre. Путь к гендерному равенству уже проложен, но в странах европейского сообщества женщины по-прежнему зарабатывают на 15% меньше мужчин. На пути еще много трудностей, но движение уже не остановить. Пункт назначения – равенство.